Всем добрый день, дорогие друзья! У нас новый день, новый влог. Я вам сейчас покажу, что у меня дети здесь натворили. У нас, как вы помните, вот здесь вот стояла койка большая, железная. Ну и дети решили ее собрать. Надо еще маленькую собрать вообще, вот я как-то. И Машу ее сделаю, да. И сейчас покажу, что они тут вытворяют. Это вообще что-то. Они мне даже не дали кушать, позвали меня. Мама говорит: засними, покажи, что мы тут вытворяем. Прошу извинения за фон, что сзади там мама, это все постепенно уберется, все повыкидывается. Мама, я хочу там открывать. Хорошо, все, давайте покажу вам. Смотрите, что они соорудили. Здравствуйте, скажите. Здравствуйте. Да, там ящик из-под рассады, пока. Не обращайте внимания. Пока. Как пока? Я еще только начала снимать, ты уже пока говоришь, а что у тебя моська черненькая? Краска-любитель Маша тут качается. Девочки, Кать, подними одеяло, опять на пол бросили. И вот так вот они придуряются от комаров, спасаются одеялом. Вот так вот они на веранде бесятся, им тут хорошо, места много. Ладно, оставайтесь с нами. Папа, это тебе койку не приготовили, сказали, будешь ты тут спать. От комаров зажгли, на окно поставили там, чтобы комары меньше тут было. Спиральку. Катя, покажи свои брови. И, не качайся, и Света брови. Видите, что они натворили, глядя на маму? Катя вообще чересчур сильно. Это первый и последний раз, понятно? Да, это первый и последний раз, чтобы я больше такого не видела. Ладно, пошла я кушать, пока они играют. А потом мы со Светой, да, Света, пойдем на грядки. Мам, мам. Да. Ну, сделаем потом попозже, сначала с грядками надо разобраться. Ладно, пошла я завтракать. Ужинать, то есть завтракать. Фу, блин, все перепутала уже вместе с вами. Иди кушай салат. Вот детям заняться нечем. Они вот так вот сделали, Ваня. Детскую кроватку. Спинки, говорит, не смогли одеть. Сейчас. Да? Папу попросите спинки сделать. В чем проблема? Не хочешь спинки? Тебе так нравится, да? Ваня. Ой, посмотри. Ваня, а Егорке дашь поспать на своей койке? Да? Там? Там иди спи, Егорка. Там только, да? А вот здесь дашь Ване поспать Егорке? Нет, это твоя? Да. Тут хорошо, прохладно, они довольны. Потом сделаем нормально, как я хотела. Пока нет. Ну, пока это они придуряются просто. Пока они придуряются. Да. Мишки. Мишки, мимимишки. Да, Ваня? Вот так вот у меня детям заняться нечем. Матрасик-то, ну, матрасик положили детский. Ладно, играйте. Вы мне даже поесть спокойно не даете. Всем привет, у нас вечер. Мы со Светиком решили приготовить ужин. Гречку сделаем с котлетками, куриными палочками. Тут рядышком Светик стоит. А там папа зашел. Папа, ты в кадр попал. Ура, папа в кадр попал. Для всех это будет удивительно. У нас сегодня гости приехали в баню. Ну, родные наши. А я готова. Знаете, вот котлетки удобно переворачивать вот этой вот лопаточкой, что Света взяла. Не лопатка, щипцы. Удобно переворачивать котлетки. Мы на плитке варим. Она не плавится. А нет, точно подплавливается, да. Металлическая. Но металлическая будет сковородку царапать. Там деревянная была? Да. Потом пойдем на покажешь мне ее. Да, плавится немножко. Это, по идее, для салатов же, по-моему. Напишите, для чего вот такие вот лопатки используются. Для салатов, для барбекю, по-моему. Кстати, в баню тут. Ладно. Привет. В баню? Да, там.
Мыться можно. Что, занозу посадил? Передай всем привет. Вот он вам показался. Мама, ты сделал, да, все? Все, мой. Сейчас тебе тряпку туда. Я знаю. Ты брызгай вот это. Всем привет, дорогие друзья! Мы со Светой идем в магазин, нам надо купить хлеб. Ну и так посмотрим что-нибудь. А, папе чай на работу. Ой, я обувалась. И встать теперь проблематично. Так, ну-ка быстро приберите вот здесь все. Подними все, прибирайте. Да, сегодня у нас уже ребята забрали троих крысят. Получается, двоих у меня купили. И одного я в подарок отдала. Знаете, это как акция. Двоих купи, третьего получи в подарок. Вот у меня также получилось. Двоих у меня купили, а третьего я подарила. Так что крысята потихоньку растутся, а другие партия растет потихоньку, дорогая. У другие у солнышки растут и у симки растут. Остальные пока еще не подросли до нужного возраста. Куда он пошел? Мы со Светиком идем, Света вот так вот нарядилась. А, точно, там Ильюша с мальчиками пошли на речку, видимо, да? На речку, наверное. Речка, она... Ладно, а мы идем в магазин. Так, ребята, мы сходили уже в магазин, показываю, что купили. Взяли вот такую тарелочку, нам понравилась, она с ромашками по 60 рублей. И взяли вот такие вот две кружечки. Но они, что интересно, видите, как с другой стороны. Короче говоря, сейчас на одной покажу, так будет удобнее. А на двухсторонний рисунок. Мы думали, это вообще просто один рисунок. И все. Они были почем? По 75, да, по-моему? Потом чай взяли мужу на работу, цейлонский отборный. Потом булку белого. Две маленькие булочки черного. Квас взяли. Почем он был? 92 рубля. А газировка 30 рублей, кока-кола. Иди папе дай, да. Потом помидоры взяли, огурчики взяли. Также взяли соленую рыбу, селедку. И взяли куриные сосиски, сардельки, не знаю, замороженные. Хочу пожарить их по 258 за килограмм. Два пакетика взяли. Сейчас приготовим, что будем готовить. Мы вам все покажем и все расскажем. Так что оставайтесь с нами. Ну, в чем проблема? С другой стороны карандашик сделай. Вот так вот. Удобнее будет. И пошла писать буковки. Ванечка, смотри. Отпусти. Смотри. Вот так вот. Раз. И также вот здесь. Раз. Бери в руки. Как тебе удобно карандашик держать. И вот отсюда пошла. Раз. Ты не тряси рукой. Раз. Аккуратно старайся до конца доводить. И беспрерывно. Молодец. Оксана сидит, прописи делать. Начала новые прописи. Дай я покажу, какие прописи у тебя. Вот такие первые прописи. Оксане от воспитателя это подарили. Спасибо большое. Эти даже написали Оксане от воспитателя подарок. И вот Оксана начинает... О, стой. Аптекару закажи в интернет и забери в аптеке. Вот такая вот какая-то от воспитателей. Вот в целом понравилось мне очень. Хорошая, да, Оксана? И вот сегодня Оксана вот эту всю страничку или сколько сможет, пропишет. Да, Оксана?
Все, пиши давай. Сядь ровно. Сейчас мама тебе даст. Ванечка ждет, когда у меня котлетки, сосиски пожарятся. И ням-ням просит. Смотрите на этого чуда. Сиди такой. Ням-ням просит. Да, Ваня? Ты ням-ням хочешь? Ты сосиску хочешь жареную? Сейчас мама сделает. Сосиску жареную хочет. А супик будешь? Нет? Не хочешь супик? Ну тогда жди.